Возлюбленные Господа, всем доброе утро. Приветствуем вас с любовью Господа Иисуса Христа, всех, кто здесь с нами, то, кто по ту сторону экрана, в Иерусалиме, в Хорватии и во всех уголках нашей необъятной земли. Сегодня хотел поделиться с вами небольшим посланием, которое, я верю, Господь положил на сердце. Скажите, пожалуйста, есть кто на этой неделе испытывал очень сильное давление, сложные обстоятельства? На работах просто очень было сложно работать, просто невозможно было работать. Я тоже один из них. И хотел поделиться с вами такой мыслью. Иногда действительно приходят в жизни такие обстоятельства, когда мы реально не знаем, что делать. Наше сердце начинает возмущаться, негодовать, мы не видим выхода из ситуации. Просто, честно говоря, то место и в тех обстоятельствах, где мы испытываем очень сильное давление, и мы не видим выхода, что хочется? Обычно по-человечески хочется просто сбежать оттуда и все, и больше никогда туда не возвращаться. Но на самом деле Господь учит меня, я верю, учит нас, что когда приходят такие обстоятельства, а мы живем действительно в последнее время, когда этих обстоятельств очень много, они очень быстро меняются, вот именно когда приходят эти очень неблагоприятные обстоятельства в нашу жизнь, и мы действительно по-человечески не понимаем и не знаем, что делать, и вот здесь важно, как Господь учит, найти Его вот именно в этих обстоятельствах, найти Его так, чтобы Он был с нами, чтобы Он был в нашем сердце. И послание Иакова, 1 глава, 2 стих, говорит: «Братья, когда на вашу, братья, сестры, когда на вашу долю выпадают испытания, принимайте их, что? С великой радостью, потому что это вырабатывает, что? Стойкость, или терпение, да, в другом переводе. А терпение приводит к стойкость к чему? К достижению цели». И порой иногда мы просим, молимся, общаемся с друг другом, задаем вопросы Господу по поводу ведения, по поводу цели в нашей жизни. И бывает, это нам не открывается сразу. И одна из причин является то, что нам необходимо просто пройти эти трудности, но пройти не своими человеческими силами, а пройти с Господом. И это очень важно для нас. Почему? Потому что в Доме Господнем есть сосуды чести. А как горшечник, он обжигает глину, да, так и Господь, проводя через нас, через эти трудности, через эти обстоятельства, соделает нас сосудами для Его чести. И это для того, чтобы каждый из нас увидел Его славу. И в жизни каждого из нас явились Его чудеса, явились Его знамения. И сегодня Господь буквально подтвердил это слово знамением. Когда я сегодня ехал, меня просто остановили сотрудники ДПС, и мне было вменено нарушение, полгода лишения прав. В принципе, ничего там страшного не было, но тем не менее, правила есть правила. И вот здесь пришло такие обстоятельства. Стал разговаривать им, говорить, куда я еду, зачем я еду. И Господь явил милость ко мне в глазах сотрудников и благословил их, и они меня просто отпустили, отдали права и просто спокойно поехал. И задержали очень ненадолго, хотя должны были лишить прав, и вообще не должен я был здесь сегодня. Это действительно по милости Божией, и то, что Господь верен, и что надо в любых обстоятельствах, какие бы в нашей жизни ни складывались, и искать именно Господа. И слава Господу за такой урок, и для меня это был хороший урок, чтобы тоже был осторожен, не нарушал правила, и благословение, они спросили, куда я еду. Это действительно сейчас такое время, чтобы именно в сложных обстоятельствах свидетельствовать о Господе. И давайте мы вместе с вами помолимся. Отец Небесный, мы, народ Божий, приходим к Тебе, и у каждого из нас мы находимся сейчас в разных совершенно ситуациях. И разные события происходят с каждым из нас. И кто-то из нас действительно испытывает просто невыносимое давление, испытывает сложные обстоятельства. И мы порой действительно не знаем, что делать. Господь, Ты есть выход. Ты даешь этот выход. Ты даешь это направление. И, Господи, пускай каждый из нас в своем сердце сейчас действительно
вот взыщет тебя, обратится к тебе. И наш разум всегда, когда в жизни вот будут приходить сложности, трудности, вооружится то, о чем говорил апостол Иаков, вооружится этим посланием, что когда приходят эти испытания, чтобы мы с радостью, именно с радостью, мы научились с радостью принимать эти испытания, для того, чтобы наша вера укрепилась, Боже, для того, чтобы мы действительно были благопотребными сосудом для явления Твоей силы и славы. Мы просим, укрепи, Господи, каждого, кто находится здесь, каждого из нас, благослови, направь, Господи, сердце на Твои пути. Господи, и веди Ты, как хочешь, это служение. Господи, приди, мы действительно очень нуждаемся Тебе. Приди, пожалуйста, сегодня, мы приглашаем Тебя, Господь, Дух Святой. Приди, наполни это место, наполни это собрание, Боже, присутствием Твоим, любовью Твоей, миром Твоим, Господи, во имя Иисуса Христа. Благослови, наполни, укрепи, Господи, вдохнови, Боже, направь, Господи, во имя Иисуса Христа. И да будет вся слава Тебе, Господи. Аминь. Доброе утро, Отец Небесный, доброе утро, Дух Святой, доброе утро, друг любезный, царь над небом и землей, доброе утро, Спаситель мира, доброе утро, мира князь, искупивший кровью сына. Даровавший благодать. Благодать. Доброе утро, Отец Небесный, доброе утро, Дух Святой, доброе утро, друг. Царь над небом и землей. Доброе утро, Спаситель мира. Доброе утро, мира князь, искупивший кровью сына, даровавший благодать. Достоин принять славу и честь, за главный агнец, воскресший Творец. Ты искупил, исцелил, оправдал, вечным нашим спасением стал. Достоин принять славу и честь, закланный агнец, воскресший Творец. Ты искупил, исцелил, оправдал, вечным нашим спасением стал. Слава Тебе! Воскресать, сердце всем хотим Тебе хвалу воздать.
славить, восклицать, сердцем всем ходить тебе хвалу. Восстать будем, петь и славить, восклицать, сердцем всем ходить тебе хвалу. Душа моя поет, душа тебе поет. Призвал меня ты милостью своей. Душа моя поет, душа тебе поет. Будем петь и славить, восклицать, сердце всем хотим тебе хвалу воздать. Будем петь и славить, восклицать, сердце всем хотим тебе хвалу воздать. Будем петь и славить, восклицать, сердце всем хотим тебе хвалу воздать. Будем петь и славить, восклицать, сердце всем хотим тебе хвалу воздать. Сердце всем хотим тебе хвалу. Хвалу воздать тебе, Господь. Будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. С тобою счастлив, с тобою счастлив навсегда, кто исповедал тебя, Иисус, как Господа. С тобою счастлив, с тобою счастлив навсегда, кто исповедал тебя, Иисус, как Господа. С тобою навеки спасенье, навеки защита. Навеки, Иисус, я счастлив навсегда с тобою. Навеки спасенье, навеки защита. Навеки, Иисус, я счастлив навсегда. Всем тем, кто принял тебя, Иисус, как Господа, Святого Духа. Отец Небесный дал сердца всем тем, кто принял тебя, Иисус, как Господа. Иисус, я счастлив.
жив навсегда. О, Господь, Ты сделал нас счастливыми, Господь. Господь, посреди всей тьмы, Господь, этого мира, Ты дал нам мир, Господь. Ты дал нам радость. О, Ты зажег свет в нас, Господь. Аллилуйя! 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 Иисус, я думаю о жертве Той, Ты был унижен и принял смерть. Много раз дивился я на жизни, да, и в этом стою пред Тобой. Снова стою пред Тобой. И снова я смотрю на крест, где умер Христос. Милостью смирение мое сердце принес. Снова благодарен, изливая вновь жизнь мою. О, Господь! И теперь превознесен в небесах, на престоле, где когда-то склонюсь. Но сейчас я благодати той дивлюсь, снова я полон хвалы. О, давно не брал я шашку в руки. Дети, дети. Ага, уже меня боятся дети, не идут. Но пока дети идут, отлично, ага, не так страшен я.
как обо мне рассказывают. Давайте, дети. Что-то вроде я больше видел, и мальчиков видел тут, и девочек. Вот смех смехом, дорогие друзья, но что я могу сказать? Вообще-то я ожидал, что вы все прибежите. А вы что-то Писание-то не исполняете. Я сейчас это не только к вам, я это к себе. Потому что действительно мы дети. У нас нету шанса вообще... Вы меня слышите, нет? Кто меня слышит, поднимите руку. О, отлично. Вот, Павел Саныч только молодец, это правда. Вот. Мы без вас, мы равняемся на то, какими мы должны быть вообще в Царстве Божьем. Вот мы за вами повторяем. Давайте знакомиться. Вот я Вадим. Исаак, правда, знает, как меня... Пропала связь. Рукой зажал, все понял. Вот. Знает, как меня зовут. Я вот сижу обычно там вот на галерке. А знаете для чего? Чтобы смотреть, как ваши родители ведут себя в церкви. А почему я это делаю? Потому что, когда к Иисусу привели... Ученики спросили, какие мы должны быть в Царстве Божьем. Он сказал, вот будьте как дети. И мы ровно равняемся на вас, какие мы должны быть. И я смотрю, ага, так эти родители хорошие, дети хорошие, значит, мы все нормально. Я с одной стороны шучу, но это правда. Поэтому мы очень хотим вас благословить, мы хотим вас помолиться, и мы равняемся на вас. И мы делаем ровно то, что делаете вы. Если вы вспоминаете Бога и вы молитесь, то мы делаем точно так же. Если мы этого не делаем, мы же тоже дети. У нас мы все появились от мамы и от папы. Есть один человек, который не появился от мамы и от папы. Как его звали? Кто помнит, вам на воскресной школе рассказывали? Адам. Но он от Бога, да. Вот. А мы уже потом дальше от мамы и от папы. Поэтому мы все с вами дети. Мы просто взрослые дети, а вы дети помладше которые. Поэтому вот я сейчас предлагаю сделать следующее действие. Кто рядом сидит друг с другом, там ручку положите друг на друга. Я буду молиться за всех детей. Дети, можно тоже? Особенно операторы, потому что вы транслируете это в мир. Вот, тоже кладем руки. Дорогой Небесный Отец, мы... Приходим к Тебе, как дети Твои, и молимся за детей, которых Ты нам дал. И мы благодарны Тебе, Господи, за Твою милость и благодать. Мы благодарны Тебе, что Ты нам дал тех детей, которые у нас есть. И мы просим, молим Тебя, Господи, о Твоей защите и охране. Мы просим, молим Тебя, Господи, о Твоем Духе Святом для того, чтобы Ты касался наших сердец, сердец наших детей, Господи. Поставь свою защиту и охрану на все сферы жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вы в следующий раз только мальчишек берите, ладно? Без мальчишек не приходите. Как? Это вам пока говорите, а потом будете брать. Давайте, это тоже мудрость. Все, на воскресную школу побежали. Спасибо. Доброе утро, церковь. Я хотел бы прочитать Псалом 42. «Будь, Боже, судьей моим, и рассуди тяжбу мою. От народа неправедного, от людей лживых и подлых избавь меня. Ты Бог мой и сила моя». Для чего же ты оставил меня? Почему я поникший хожу, и оскорбляет меня враг? Пошли свет твой и истину твою, пусть они поведут меня. Приведут на святую гору твою и в жилище твое. Подойду я к жертвеннику Божьему и к Богу радости и веселья моего, и на арфе прославлю тебя, Боже, Бог мой. Что же ты унываешь, душа моя? Что же ты печальна? Уповай на Бога, я еще буду славить Его. Он мой Спаситель и Бог мой. Я хотел бы помолиться за единство Церкви и за то, чтобы Бог дал нам силу пройти все испытания, которые Он дает нам. Ведь в Библии сказано, что если Бог дает нам какие-либо испытания, то Он дает нам, Он знает, что у нас есть силы их пройти. Хотелось бы поблагодарить Бога за то, что мы тут все смогли собраться. К
кто-то в очном формате, кто-то в видеоформате. Вот. Спасибо, Господи, за сегодняшний день и за то, что Ты помогаешь и сопровождаешь нас по, ну, по нашим жизненным путям, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день, драгоценная семья, мир вам. Аллилуйя, слава Господу. Рад всех вас видеть, кто здесь с нами, кто в Ютубе и дальше. Хотел бы с вами помолиться коротко, прославить Господа. Хорошо? Дорогой Небесный Отец, мы в почтении и благоговении пред Тобою собрались, чтобы почтить Тебя. И поблагодарить Тебя, Господь, за то, что наше имя записано в книге жизни, за то, что Ты трудился в наших жизнях и продолжаешь трудиться и открывать нам Твои тайны. И мы очень благодарны Тебе, Господь, друг за друга, за дом молитвы, в который мы пришли, который Ты привлек нас. И наши сердца сегодня ожидают удивительной встречи, спланированной Тобою, Господь. И мы горим для Тебя. И мы жаждем Тебя, Господь. И наша страсть по Тебе, Господь, есть. Спасибо Тебе, любимый Иисус, Ты Царь. Аминь. Слава Богу, рад вас всех видеть очень. И благодарю Бога за эту возможность поделиться Словом. И если мы сегодня будем открыты к тому, что Дух Святой сегодня будет говорить, это очень затронет нас, и это откровение нас очень изменит. О том, что Господь показывал, о том, что учил, что говорил. И все Слово, оно богодухновенно. И нам нужно с вами действительно пребывать в этом плоде и развиваться в этом, и чтобы Господь еще больше и больше прославлялся. Аминь. И Писание говорит в Библии, Матфея 13:19, есть и почвы, мы забудем то, что мы с вами не понимаем. И давайте с вами откроем 1 Фессалоникийцам, вы знаете очень, 5 глава, с 23-24 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий нас, который и сотворил сие». На самом деле, стопроцентного понимания, я так думаю, практически ни у кого нет, что же это во всей полноте, да? Но мы с вами понимаем, есть духовный мир и есть духовный «я». Аминь. Мы с вами видим то, что мы с вами здесь, но мы с вами не видим духовный мир, то, что мы с вами не видим. Но то, что мы не видим, оно на самом деле вечно. Ну, то, что есть. И как мы с вами это понимаем, есть ангелы, есть бесы, есть даже микробы, ну, которых мы с вами не видим, но они с вами, они оказывают на нас какое-то влияние. Аминь. И Писание говорит о том, что дух мы с вами не можем ощутить, душу мы тоже с вами не можем ощутить, да, вот потрогать или так вот. Но мы с вами понимаем, что Писание говорит, что дух нельзя ощутить, но он на самом деле радостный, веселый, довольный, и это очень важно. Мы что можем ощутить? Мы можем, веру мы можем ощутить внутри, в сердце. Помазание мы можем чуть-чуть ощутить в сердце, когда приходит. Ну, вера что у нас? Вера, Евреям 11 глава, 1 стих, говорит, вера осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом. И если мы посмотрим, что же такое страх, страх тоже осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И нам с вами нужно понять такую логику, что же Господь хотел нам сказать, и что же Господь говорил. И давайте с вами откроем 2 Коринфянам 5:17, и мы поймем, что Господь имел в виду, чтобы развиваться в этом, чтобы увидеть эту логику, что Господь приготовил для каждого из нас, и что же произошло. И Писание говорит, итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое.
Все же это от Бога. Да? И на самом деле в перевод, если мы посмотрим, что же это такое, что это новый вид существа, который еще не существовал ранее. Вот, что же это такое? И давайте с вами поразмыслим, когда мы с вами, друзья, примирились со Христом, как это все было? Давайте вспомним ту молитву покаяния, если вспомните, как мы однажды примирились с Богом. Простая молитва, вера с горчичное зерно, понимая, что ты действительно согрешил против Бога, и тебе необходимо примириться с Ним. И эта молитва, которую мы с вами говорим, что же происходит в нашей жизни и что произошло. Кто может вспомнить первую молитву, как он помолился о покаянии? Помните? И смотрите, такие простые слова. «Отец наш Небесный, прости мои грехи. Я верю, что Иисус Христос умер за меня и воскрес. Я прошу Тебя, Господь, войди в мою жизнь и будь моим Господом. Я принимаю Тебя». И мы дальше молились, кто во имя Иисуса Христа, кто во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но что произошло после этой молитвы, друзья? О чем здесь речь? И Господь говорит, что я после этой молитвы стал вашим Богом. Я стал обитать в вас, не помимо вас. Понимаете, и у нас наш дух, он начал радоваться, и мы стали новым существом, которого не было до этого, помине, но мы с вами стали рождены Богом. И мы стали понимать, что у нас, может быть, не до конца, но Бог вложил в нас всего, и плоды, и дары, и печать на нас с вами поставил. И Он сказал, что я теперь в вас обитаю. Когда Он говорит, что новое творение, это разве идет речь о душе, допустим, или о теле? Мы с вами понимаем, цена великая заплачена и за душу, и за тело. Но если говорить о теле, то оно еще с нами не прославленное. Смотришь в зеркало, оно еще не прославленное. Ну, то есть смотришь, да, ну, понимаешь. Ну, можно сказать, что нам дали чек, а обналичим его потом, когда глаза наши закроются, представим пред Богом, и у нас будет другое тело. Душа, что она с нами? А душа, она тоже преобразуется Словом Божьим, за нее заплачена цена, великая цена. И она действительно очень чудесна в глазах Божьих. И мы с вами освящаемся, мы двигаемся к тому, чтобы душа наша преобразовалась обновлением через Слово Божье. Но когда мы с вами понимаем, что наш дух рожден, что он на самом деле уникальный стал, что наш дух сразу соединился с Духом Божьим, то какая глубина, когда Господь говорит: «Дети мои, вы победители». Ты смотришь в зеркало опять, смотришь на себя, какой я победитель. Что же вообще со мной происходит? Там, и ты начинаешь понимать, что победителя не видно. Смотришь, и заключения делаешь совсем другие. А мы с вами понимаем, что здесь идет процесс нашей внутренней веры, которая в нас, она созидается. Здесь мы с вами говорим, что относительно души, что душа должна понять? Душа должна понять, отдать все старое тому, кто это все навязал. Но дьявол очень долго трудился с тем, чтобы ранить нас, чтобы уродовать наши жизни. А Писание говорит: отложите все старое, возьмите все новое, обновите с обновлением ума, и будет благодать, и Божье благоволение будет очень сильно. И тогда возьмите это, отложите все то, что вам не нужно. Всякое непрощение, все, что дьявол насеял годами. Просто отложите. А что возьмите? Возьмите в Боге радость, любовь, мир. И тогда, когда мы это будем внимательно за этим смотреть, тогда и сердце наше будет совсем по-другому откликаться. Потому что когда говорят: ну неси свой крест. И ты понимаешь, что семья — это такой крест тяжелый. Да это вообще не об этом речь. Когда ты с Богом понимаешь радость, которая уже в духе тобой заложена, когда ты только покаялся с Богом, что произошло? Это внутренняя радость, она стала в тебе быть. Радость от того, что твое имя записано в книге жизни. И вот эта радость, которая внутри уже стала быть прям вот так вот, мы просто должны ее вкусить. Вера, которая пришла в нашу жизнь, когда мы верою приняли Христа как Господа и Спасителя. И мир, который пришел в эту ситуацию в нас, он стал в нас обитать. И тогда, когда мы с вами понимаем, когда несешь этот крест, если в тебе Царство Божие, мы несем Царство Божие, это что? Кто может сказать, Царство Божие, это что? Мир, радость, праведность в Духе Святом. Мы стали оправданы Богом. И когда мы в этом мире, в этой радости, тогда крест легко нести.
Тогда не надорвешься, потому что любовь Божия, которая излилась духом в сердце, в наше сердце Духом Святым, тогда легче. Тогда легче нести то, что Господь нам показывает. И мы с вами понимаем, что 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих, там говорится об узком стекле, да? Что мы видим, как узкое стекло. И отчасти мы познаем себя, как мы познаны. Понимаете, отчасти мы познаем, как узкое стекло, что же это такое, что же такое в духе. Да? И простое наблюдение, тут тусклое стекло, да. И вот ты понимаешь, что когда ты смотришь на себя в таком состоянии, по крайней мере, не видно, наблюдение сможешь, анализируешь, ну что же произошло, наш дух стал радикальный, наш дух стал радикально измененный. И что же там в нашем духе уже произошло? И здесь... То, что мы с вами не видим, то, что мы с вами не понимаем, это самое главное и важное, что Господь хочет нам открыть, что мы ходим верою. И что Господь сказал, что в Писании Иоанна 6:63 «Дух животворит, да, плоть немало». И мы с вами понимаем, что у нас рожден Дух, просто надо верить Богу на слово. И здесь я не хочу поколебать вашу веру, но я хочу призвать вас к тому, что мы с вами хотим видеть то, что сейчас не видно. Знаете, мы можем в зеркало себя посмотреть и сказать, вот я себя вижу, вот я себя ощущаю, вот я себя вот могу потрогать. Но на самом деле, что же Господь говорит о том, что духовный мир, он невидим. И то, что наша задача увидеть и поверить, что Бог сотворил через наш дух для нас. И когда мы с вами поймем, что мы с вами победители, и когда самое трудное поверить, что когда глаза наши не видят, когда ты не можешь ощутить ничего, ты не можешь это потрогать, а Господь говорит, а вот в это тебе нужно и поверить, что дух твой рожден. И что же в этом духе? Понимаете, когда мы с Богом одним духом, то помазание, та сила, та любовь, та благодать, она вся излилась в нашу жизнь. И Господь говорит, вот таких я вас вижу. И несмотря на то, что с вами сейчас происходит, может, кто-то остался без работы, может, у кого-то денег, допустим, в кармане нет, может, смотришь ты на ощущения на свои, что происходит, и говоришь, какой я победитель, что же со мной происходит? А Господь говорит, ну это все плотское и душевное, я там тебя не вижу, я тебя вижу, какой ты. Я тебя поднимаю, какой ты есть. И когда мы переключим свой взгляд на то, что Бог сделал для нас, ну тогда на самом деле очень легко будет, потому что Писание говорит, что я дал вас силу, которая может мертвых исцелять, воскрешать, то есть и больных исцелять. Оно все уже в нас есть, Богом заложено, когда мы с вами приняли Христа, покаялись. Вот эта вся глубина Бога, то, что Он имел в виду для нас, оно уже в нас излилось Духом Святым. И наш Господь предлагает не смотреть нам на наши с вами эмоции, которых, допустим, понимаете, у нас там можем... И Господь говорит, ну ты смотришь себя в зеркало и говоришь, ну какой я победитель? Ну что же, Господь, как я могу мертвых воскрешать? И я не могу это почувствовать, я не могу это пережить. А Господь говорит, не в этом дело. Ты же не чувствами ходишь. Ты должен понять, какой ты уникальный, и что вся сила, которая есть у меня для тебя, она уже есть в тебе. Не помимо тебя. И Господь говорит, я хожу, верую, да, и мы понимаем, что... Господь говорит, что у каждого из нас есть кризис, да, вот личности, который мы проходили. Ну, это Господь говорит не об этом. Мало ли что ты переживал, но Господь говорит, я хочу тебя избавить от этого. Я хочу, чтобы ты поверил, какой ты. И когда Слово Божье в душу нашу коснется, когда она будет изменена вот этой глубиной познания Бога, тогда ей легче осознать и, ну, можно сказать так вот, подружиться с Духом, и когда Дух, душа и тело, они будут функционировать совсем по-другому. И здесь Господь говорит в притчах 23:7, какие мысли у нас, да, такие и мы. И что Господь показывает нам, что мы будем в победе, когда мы будем видеть себя по-другому, как видит нас Господь. И мы, когда вот я смотрю сегодня, готовился, говорю, и написал, Люда наша вот приехала сегодня, и мы, когда были с ней в Индии, она рассказывала такую историю, когда мы были в одной церкви, давайте, говорю, помолимся за людей, которые действительно имеют большие испытания, и чудеса им нужны, необходимые. И мы начали все молиться, Люда ко мне подходит, говорит, Слав, ну, говорит, я ничего не чувствую вообще.
Ну, не чувствую ничего. Как вот, вот, я говорю, ну, мы давай попробуем, что Дух Святой. Ты, главное, верь. И когда Люда начинала наши молиться, и вот люди, я никогда так не видел, они просто начали стекать просто, как вода прям. Там одна девочка, вторая прям раз-раз. Он говорит, подходит, ничего не чувствую. Ну, Дух Святой знает. И мы с вами живем не чувствами, а верою. И если мы действительно, представляете, поверим, насколько мы уникальны и сильные в Боге, насколько Он нас сильно сотворил и могущественно хочет влиять через нас на весь этот мир, если мы это поймем, то врагу просто не поздоровится. Понимаете? Потому что когда мы поймем логику, что мы уникальны и все в нас есть, и мы не будем смотреть на то, что в нас происходит. Да, есть какие-то моменты, мы обновляемся, как я уже говорил, обновляемся Словом Божьим, но независимо от того, есть ли у нас работа или нет, есть ли у нас дома достаточно еды, к примеру, да, образно, или нет, это не влияет. Бог говорит, что вы уже уникальны, в вас я живу, я могу вам помочь, и в этом состоянии, даже в этом состоянии вы можете молиться за больных, и будет вам по вере. Чтобы мы понимали, что если у нас такое состояние, значит, что-то со мной не так. Значит, Библию я до конца не понимаю. Смотрю, силы Божьей нет. Вот это, ну что, и страхи приходят. Ну что, значит, я и веру потерял, что ли? Я думаю, что совсем другое понимание, что мы веру с вами не теряли. То есть нам нужно понять, что это душевные вещи, которые нам нужно с вами отложить и поверить в то, что как Бог нас уникально сотворил. Понимаете? Здесь один из аспектов, мы приходим в семью, вот мы родились от Бога, мы покаялись, что синдром, можно сказать, семьи такой. Мы пришли в семью и говорим, что я победитель, Господь через меня великие дела делает. А что наши родные могут сказать? Которые могут нас приземлять. Говорят, да ладно, какой ты там победитель? Какие мертвых ты можешь воскрешать? Посмотри, что вот твоя машинка, он твой памперс там еще. Что ты о себе возомнил? Понимаете, а Бог видит нас совсем по-другому. Бог видит нас такими чудесными, что Он хочет через нас делать эти удивительные вещи и открывать нам. И римлянам, допустим, 12 глава с 1 и 2 стих, что если говорить о душе, которую Господь обновляет, это, можно сказать, что мост между духом и телом – это душа. И Господь говорит о том, что душа обновляется, и она обновляется Словом Божьим. И давайте мы с вами место разберем определенное, что Господь говорит о возложении рук. Вот, допустим, Писание говорит, что призовите пресвитеров, да, они помолятся за вас, помажут елеем, чтобы вам исцелиться. Вот многие из нас, мы стоим в вере, допустим, да, мы стоим в вере, и мы верим в это, но что-то иногда не происходит, и нужно понять, почему. Если наша душа, ну, вот, чувства, эмоции, воля, мы с вами видим и не понимаем, почему нет вот этой вот связи, почему не приходит чудо от Бога. И, знаете, душа – это как вот краник, да, вот мы знаем, краны закрываем. И если у Духа, Дух Святой, у Него есть сила через наш Дух повлиять на нашу душу. Но Дух Святой, Он говорит с нашим Духом. Только эта часть Его связывает с нами. И душа, она преобразуется Словом Божьим. И понимаете вопрос того, что когда ты начинаешь с Богом видеть то, что Господь в тебя заложил, то тогда ты понимаешь, что нужен проход через душу. А если душа, она закрыта, если она не хочет принимать Слово Божие, если она не хочет... С одной стороны, мы с вами говорили о том, что каждый из нас, рожденный Богом, уже имеет эту силу, наделен Богом помазанием, чтобы двигаться с Богом, творить Его чудеса, великую любовь являть людям и поклоняться Богу в духе и истине, о чем мы дальше говорим, в духе и истине. И душа, она, когда если истину примет, то это будет сила. Но сейчас, допустим, каждый из нас в какой-то ситуации нуждается в каком-то чуде. Но душа, она не воспринимает Слово Божие, она может, не может понять. Хотя каждый из нас одарен, и с Богом мы можем двигаться. Что же тогда происходит? Тогда происходит такая ситуация, что зовут пресвитеров, чтобы помазать елеем, помолиться за болящего. И тогда при возложении рук проявляется чудо. Что же? У кого есть машина? Машина. Вот смотрите, зимой, если такой случай другой, да, зимой, когда у нас аккумулятор не заводится, что мы делаем?
заряжаем, ну там, говорит, прикуриваем, заряжаем, или другую машину просим, чтобы она приехала, мы клеммы кидаем, да, клеммы кидаем, и машина заводится. Смотрите, другими словами, если говорить о том, о пресвитерах, о возложениях рук, что же происходит? Когда помазанник, которого пригласили помолиться, он имеет это помазание, он понимает, он лидер, у него этот в духе есть, у него душой порядок, там уже написано, да, позовите пресвитеров, он, у него есть определенные категории, к чему он, что он добрый, да, он любящий, он заботливый, и у него в душе все в порядке. Понимаете? И когда получается, когда вот этот краник, а душа вот этот краник, ну не может она пока принять. Ты вроде хочешь, получается, но ты стоишь в какой-то трудной ситуации, ну не можешь. И приходишь, говоришь, помолитесь за меня. И что же получается? Когда пресвитер кладет руку на тело человека, получается сила Божья через его Дух Святого, через его Дух изливается в тело человека. Это то же самое, когда машина, понимаете, она не заводится, но мозги об этом совсем не думают. Когда ты прикуриваешь, мозги не включаются. То есть у машины ты просто раз, и от другого напряжения машина завелась, и тогда можно будет ехать. Понимаете, что Господь говорит о том, что это так? Что Господь настолько нас сильно, как можно сказать, iPhone какой самой последней модели, вот Он так нас видит, вот Он нас так вот, ну, можно сказать, снарядил всем необходимым, чтобы мы распространяли это Царство Божие. Как это получилось? Я, когда к нам приезжали два служителя, две женщины пророчицы, которые приезжали и служили нам, может быть, помните, и я дома в предыдущий вечер сидел и просил: «Господь, скажи мне, пожалуйста, слово через человека. Так хотелось, давно не слышал». И я так возревновал об этом: «Господь, ну там поговори, может быть, получится». И он говорит: «Завтра тебе скажу». Помните, ситуация какая получается, что я там спрятался, вот где-то там вдалеке, спрятался специально, он: «Господь скажет, что найду». Но я и спрятался. И что получается, когда сказали, меня вычислили, сказали: «Иди сюда». Может, вы помните эту ситуацию. Я вышел, она сказала такие слова: «Ты что сюда пришел? В тебе сила моя и мой огонь, иди отсюда». Я начал над этим размышлять. Это было слово, которое мне хотелось получить от Бога. Но я над этим стал задумываться, искать лица Божьего, что же такое произошло. Что Бог говорит, что в тебе моя сила, мой огонь, в каждом из нас это уже есть. Он нас так снарядил, Он хочет, чтобы мы общались с Ним лично. Он хочет, чтобы мы искали Его и поняли, какая сила внутри нас есть и какой огонь в нас Бог хочет проявить. И как мы с вами понимаем, что же это такое? Филиппийцам 1:6 написано: познайте, да, ну, познать то, что в тебе уже есть. Тебе нужно познать, что Бог уже в тебе есть, и что Он уже в тебе это дал. Мы можем искать, конечно, такого глубокого пробуждения. Мы можем сказать, а мы можем исследовать то, что Бог нам дал. Порой мы молимся за то, что уже нам дано. Ну, мы молимся, а оно уже, мы это просим, а у нас уже это дано. И мы с вами видим два вида пятидесятницы. Один пятидесятница громогласна в силе Божьей, в славе, в деяниях второй главе. Видим, как это все накрывается, как это все проявляется, когда прилепляется много людей в церкви. Почему? Потому что и даже языки начинают вместе пониматься. Почему? Потому что они оставили все и начали воздавать славу Богу. Там такие глубинные вещи, что если говорить о том, что как это произошло, что когда, помните, в Новом Завете, что произошло? Сыны Грома подходили и говорили: «Мама, пойди спроси у Иисуса, где мы будем сидеть, по правую руку, по левую руку?» И когда Иисус говорил такие глубинные вещи, что мне скоро уйти, ну, не понимали. Когда они между собой спорили, кто из них будет больший, такой-такой. Но когда пришла глубина, когда Дух Святой пришел в Дню Пятидесятницы, что они сказали? Они сказали то, что было очень сильно принято, что они славу Богу воздали. Раньше они делали себе славу, и имя себе делали. И почему Лука приводит эту параллель с Вавилонской башней? Что когда они делали себе имя, тогда, получается, языки все разделились. Но когда они воздали славу Богу, они вдруг начали замечать, что наречиями, о чем они, и люди начали видеть, Господь соединил. Почему?
потому что вся слава Богу. И Господь ожидает прославиться через свою любимую церковь, которую Он сотворил и которую врата ада не одолеют. И если мы с вами понимаем, что Бог в нас так сильно вложился, Он действительно хочет, чтобы мы отдавали, отдавали и несли эту любовь Божию, и несли эту силу Божию в мире, и молились за людей, понимая, что через каждого из нас, мы, когда мы молимся, есть эта сила, есть этот огонь. И нам нужно с вами просто поверить, потому что, допустим, в Римлянах 8:17 слава будет явлена, и написано, что слава Божья будет в нас. Она уже в нас есть, понимаете, что она у нас есть. И что же касается с душой, нам нужно понять, смотрите, здесь, когда Писание говорит, изучаешь о духе, смотришь о душе, и Господь предупреждал, и говорили, что в душе есть злые помыслы, да, то есть есть двое души, сомнения там в сердце. Откуда это? Когда мы с вами понимаем, что дух уникальный, он радостный, и дух всегда на стороне Бога. А здесь говорится о сердце, что же происходит с сердцем. А Господь говорит, в сердце вот эти вещи, в сердце вот эти вещи, в сердце вот эти вещи. И здесь как мысль для понимания и разумения того, что же Господь имел в виду. И Господь говорит, что, ну если разбираться, что наш дух, он не страдает от депрессии. Да, что на самом деле он уникальный, он радостный, он довольный, он с Богом всегда на связи. А что же Господь говорит о сердце, когда тут, понимаете, двое мысли, двое, то есть сомнения какие-то разные. Здесь говорится о том, что в душе есть такие вещи. И Господь говорит, когда душа, она преобразуется обновлением Слова Божьего, когда она вникнет в вот эту вот глубину и поймет, то тогда они с Духом будут вместе соединены, они и так соединены, настолько сильно будут взаимодействовать, что тогда и радость, та любовь, которую Господь говорит, я излил ваше сердце. Душа это тоже прочувствует. Потому что если сейчас посмотреть, вот, допустим, на поклонение, личном общении с Богом, что происходит с нами, где наши эмоции? Когда мы разбираем эти моменты, что с нами происходит? Почему мы не трепещем пред Богом так сильно, хотя в сердце это может и быть? Почему мы не выходим из себя и не устраиваем вот эти вот личные отношения вместе? То есть Давид, когда внес ковчег, донесли ковчег, Давид так сильно ликовал. Я смотрел, просматривал в Библии. Помните, Иисус говорит, «Хей, твой тарел от этих и дал вот этим». Какие сильные эмоции, что Господь говорит, «Я хочу эти эмоции в церкви возродить, чтобы ну, в душе была такая глубина, чтобы в душе была такая радость от того, что Господь нам будет сейчас открывать и уже будет открывать». Насколько это важно нам с вами принять. И как мы с вами понимаем, что... Писание говорит о том, что поклоняйтесь в духе истине. Мы поклоняемся в духе. Но когда душа поймет эту истину, когда она влюбится в эту истину от Бога, то тогда вот эта истина, она придет к такому ключу, что дух истине, мы будем поклоняться, и душа истину эту, она любит. Дьявол очень много насеял, как мы видим с годами, что есть, но она рождена, она уникальна, она Богом дана, и... она будет прославлять Бога. И когда дух и душа вместе будут в этой гармонии, представляете, какое чудо Господь хочет сотворить. И здесь мы понимаем, что когда душа отбросит всякие мысли, а вот эти все вот эти плохие вещи, то тогда какая слава будет Божьей являться и как мы можем Бога прославить. Ведь на самом деле очень важные моменты мы с вами должны понимать о душе. Вот смотрите, когда мы прощаем человека, ну, прощаем по-настоящему, смотрите, через какое-то время опять какие-то вещи начинают быть. Понимаете? Вот опять, наверное, простил, не простил. Я изучал Писание, молился Богу, искал, что же, как Господь ответить. Как вы помните, когда я искал в отношениях с родителями, Господь, что же сделать? Он говорит, ну выбери одно хорошее место с папой, где а он тебя любил лет 20 назад, помню, да, я не мог понять, как, 3 отча, по-моему, или 4, неважно. То есть, и как это все будет? И он, Господь говорит, выбери один случай с папой, где тебя любили, с мамой. И когда враг придет, вспоминаете случаи, и тогда
ты будешь свободен. И не прошло и 10 дней, когда пришла свобода. Что же враг показывает нам, постоянно напоминая о наших вещах, кто же мы такие несчастные? Вы посмотрите и подумайте, пожалуйста, на досуге, кто нам подкидывает эти мысли? Когда мы уже покаялись, когда мы уже примирились. Вы знаете, дьявол может подкидывать на мысли, а мы будем думать, что это наши мысли. И опять над ними размышлять. Идет борьба за разум, за душу. Понимаете? И когда ты понимаешь, что кто тебе все время это подкидывает, что нужно сделать? Нам нужно изменить мышление. Господь говорит, оставьте все старое, возьмите все новое от меня. Вот эту любовь, радость, пусть душа наслаждается. Она должна быть счастлива, она будет преуспевать. Ну как это сделать? Оставить все старое. Если вы примирились с Богом, если вы простили всех своих обидчиков, если это возвращается, то кто теперь вам будет это, кто это дает вам? Понимаете? Вопрос какой? Как теперь поступить? Я начал спрашивать у Духа Святого, когда какие-то вещи иногда приходят. И я спрашиваю у Духа Святого, Дух Святой, это снаружи пришло давление или изнутри? Один вопрос. Если ты с этим уже разобрался, если тебя это уже, ты действительно отпустил, и если это опять посещает, и если ты увидел, что это идет, что нужно спросить у Духа Святого? Дух Святой, это снаружи или изнутри? Если он говорит, это пришла атака снаружи, значит, это не твое. Это дьявол тебя вкладывает опять, чтобы посеять ложь, чтобы исказить образ Божий. Кто ты, когда мы с вами понимаем, кто мы, и что нужно сделать? Одеться во всеоружие Божие, отказаться от того, что тебе приходит, какие мысли, потому что они не твои. Вы понимаете? Если Господь говорит, это изнутри, тогда мы разбираемся, где мы заквасились, что пришло в наше сердце, и мы с вами начинаем это исповедовать, выносить Богу наружу, и тогда Божья благодать и помазание приходит, и мы также получаем это исцеление, мы дальше двигаемся. Представляете, когда мы отбросим всякое дьявольское, и не будем это принимать, потому что душе легко, и Господь говорит, что я хочу с ней очень быстренько поработать, она очень нежная, она очень славная, и Господь хочет, чтобы она тоже, ну, можно сказать, владычествовала, да, вместе с Духом, когда у Бога такие планы. И когда мы с вами разберемся, то тогда я начал смотреть и разбираться. Приходят какие-то вещи, просто смешно становится. Ха-ха, бедный дьявол, ты все потерял, у тебя ничего нет для меня. Понимаете, если мы будем опять заквашивать, дьявол знает, где нас подловить. Если мы говорим, что мы с вами победители, но мы не следуем Божьим истинам и не углубляемся, то он скажет, ну, я знаю, какие вы победители, идите сюда, да, как вы похудели. И покажет нам всю другую логику, как вообще в этом, как духовный мир, куда нам не нужно ходить, не нужно там бывать. И он хочет, а Господь хочет нам показать другую сторону, какие мы уникальные, как Господь нас сотворил. Ведь такие тайны, нам нужно поверить, что Бог нам дал такие, мы знаем, водное крещение, тайна, непонятно. Ну, непонятно, да? Примирение человека со Христом непонятно. Ну, что в духе, да, а в духе происходит. Когда двое одна плоть, непонятно, но это такая глубинная тайна. И Господь предлагает, нам нужно поверить в то, что мы сейчас физическими глазами не можем ощутить, не можем пережить, что вы уникальны в Боге уже. Вы сотворены настолько с Богом сильно, мощно можете действовать во всех дарах, во всех плодах развиваться. И потом, когда вы в плодах разовьетесь в этих отношениях, душа, она будет, ну, сладость этой души. И тогда, когда вы пойдете дальше в дары, насколько мы можем сильно быть в Боге и прославить Его. И тогда у нас Писание говорит, что чистые сердцем, да, Бога узрят. Когда мы потрудимся над тем, чтобы пред Богом прийти в этой глубине, чтобы искать Его, чтобы нам изменить свой образ жизни, чтобы душа в порядке и все хорошо, тогда Господь говорит, чистые сердцем Бога узрят. И представляете, какую славу мы можем воздать Богу. Когда Иисус уходил на крест, Он сказал, Отец, прославься. Он говорит, прославлюсь и еще больше прославлюсь. Он хочет прославиться через каждого из нас. Когда Он видит, что мы стараемся понимать этот духовный мир, который душа пока не понимает, но она поймет. И когда мы в этом начнем вникать, что действительно, что есть духовный мир и духовный я, как мы уже говорили, то тогда и душа, она тоже поймет, она пойдет за сильным.
Потому что плоть противится духу, душа противится, там иногда бывает, духу. Когда дух родился, как мы говорили, да, душа говорит, а я тут хозяйка, что тут здесь делать? И начинается вот эта борьба. Но когда есть логика, какой дух уникальный, насколько он сильный Богом уже, тогда он не будет в ауте, тогда и душа прилепится через изменение Слова Божьего. И тогда вот это будет глубина, когда мы можем воздать Богу славу, прославить Его так, как Он достоин, по-другому совсем. И все эмоции будут выходить вперед, и Бог будет прославляться, понимаете? Кто из нас скрывает сейчас эмоции прославить Бога сильно? Есть, мы иногда скрываем, а хочется, да? Хочется, но тогда, но Писание говорит, что иногда вы будете, душа, она может просто обнажиться и показать, что действительно Бог, я вот так тебя люблю. В душе, да, вот в эмоциях я вот так могу. То есть и не спрятаться тогда, он говорит, молодец, правильная логика. И Господь говорит, что я хочу через каждого из вас прославиться, через дом молитвы. Но если мы действительно этого желаем, искать Бога, искать Его лица. Мы столкнемся с тем, что с душой надо работать через Слово Божие. И не принимать, что дьявол нам подсовывает. Понимаете, даже когда вы вдруг поймете, и мы вместе с вами переживем такую глубину, что гнев, ну гнев это не грех. Понимаете, гнев это не грех. Писание об этом говорит. Но если ты гневаешься против родных, против близких, тогда это другая ситуация. Тебе надо с этим разобраться. Но когда церковь поймет, что враг нам врал, крал, да, отнимал вот эту глубину с Богом, которую мы еще с вами не пережили, и когда мы внутри, как церковь, разгневаемся на врага, понимаете, отнимем то, что принадлежит церкви, тогда это будет совсем другая история, что Бог для нас приготовил. Поэтому, друзья, ободряю вас, ищите Господа, размышляйте на том, что с вами происходит, дьявол подсовывает, бывает. Иногда внутри надо разбираться. Но если мы в духе ходим, и какие-то вещи случаются плотские, не принимайте, что вы такие вот, но в духе вы уникальны, и вы должны в этом двигаться, потому что вот это сердце, да, оно, дух и душа, когда они соединятся и будут вместе двигаться, тогда чистые сердцем Бога узрят. А когда мы не только будем слышать, но будем еще видеть Господа, а Господь говорит, хочет нам открыть себя, чтобы мы Его видели духовно. И представьте, когда мы Его будем видеть, какую мы славу Богу воздадим, как мы будем пред Ним трепетать, как мы будем с Ним радоваться, когда увидишь Его совсем по-другому, потому что Иисуса Его всегда видел, понимаете? И Он нам предлагает войти в эту историю и сделать несравненно больше, о чем мы даже помышляем. Потому что жатва в России очень большая, ее нужно собрать мощно и быстро. А как? Не в убедительных же словах какой-то проповеди, но в явлении Духа и силы. Духа и силы, когда мы понимаем Духа Святого, что как Он через Дух действует, и дальше, и дальше. Мы в этом скоро разовьемся, и мы войдем в эту историю и соберем эту всю жатву для Господа. Аминь. Давайте, друзья, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы в почтении и благовении пред Тобою склоняемся и благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты хочешь действовать через Свою Церковь и подготовить ее, чтобы она была без пятна и порока. Спасибо Тебе, драгоценный Царь, за то, что Ты знаешь нас, и у Тебя глубокие планы и намерения. Научи нас, Господь, искать Тебя должным образом, и то, что Ты, Господь, хочешь, Господь, нам дать, пусть это будет. И если Ты затеял это великое пробуждение в наших сердцах и в нашем городе, дай как церкви роса быть в центре всего, что Ты запланировал здесь. Подготовь нас, Господь, снаряди нас, научи нас в этой близости познавать Тебя и быть готовыми к всему тому, что Ты здесь будешь делать. Мы благодарим Тебя и прославляем Твое святое имя. Молились Тебе во имя всемогущего Господа Иисуса Христа. Аминь. Возлюбленные, давайте встанем и провозгласим Слово Божие. Это такой небольшой экспромт. Кто вас зовет к Господу, будет услышан.
кто вас зовет Господу, будет услышан, будет услышан, будет услышан. Зовет имя Господне, тот спасется, кто призовет имя Господне, тот спасется, тот спасется, тот спасется. Аминь. Аминь. Господу будет услышан, кто вас зовет Господу, будет услышан, будет услышан, будет услышан. Аминь. 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 Спасется, кто призовет имя Господне, тот спасется, тот спасется, тот спасется. Аминь. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, чтобы ты не погиб, чтобы ты не погиб, чтоб никто не погиб, если верит в Него.
вселенной воссиял светом истины и правды, во вселенной воссиял. Он прославлен, возвеличен, он превыше всех имен. Все творение склонилось пред прославленным Творцом. Я превознесу тебя, и я воспою тебе,
ибо ты твердыня моя, мой Господь Иисус.
Очисти меня через кровь. Святость, огонь мой во мне, грязь удалит, как поток. Я знаю, что ты еще мы будем стоять в этом удивительном присутствии Божьем. Мы прекрасно с вами сейчас пели псалом «Только кровь Иисуса».
меня есть прекрасная сила для исцеления. Я верю, что Господь сегодня хочет делать, и Он делает это. Только по той причине, что Писание говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди. Там, где присутствовал Христос, всегда происходили удивительные вещи. Прощение, исцеление, освобождение. И Он не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И сегодня Он здесь. Я верю, что у меня есть слово знания для женщин. Может, это единичный какой-то случай, но Господь исцеляет ваши яичники. Он касается их прямо сейчас. Примите это слово. И также, когда мы молились, то мне пришла такая мысль, я сначала начал ее немного как бы отгонять от себя, но кто переживает, может быть, сейчас в какой-то промежуток времени у вас уныние? Написано, что унылый дух сушит кости. Но веселое сердце благотворно, как врачество. То есть он врачует. Это радость. И я уверен, что сегодня день Х. Сегодня тот момент, когда в ваше сердце должна прийти радость. Просто примите это. Я верю, что это слово для вас. Я на 100% уверен в этом. Потому что если мы возьмем Исаия 61 главу, там написано, помните, возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа. Вы прекрасно все помните это. Просто принимайте. Это удивительно, когда Дух Божий и Слово Божие работают вместе. Это синергия. Это вдвойне сильнее. Это то, что может нас вывести на новый уровень. Господь Иисус, мы еще стоим в Твоем присутствии. Мы просто наслаждаемся, мы верим, мы знаем, уповая на то, что через крест, через Твою кровь, у нас есть этот доступ к милости и престолу благодати. Через Твою кровь мы имеем это удивительное исцеление через Твои раны. И мы сегодня принимаем это исцеление из Твоих рук. Спасибо Тебе. Мы молим и просим Тебя, чтобы те, кто сейчас переживал до сегодняшнего момента это уныние, сейчас в этот момент пусть Твоя радость придет в их сердце. И Твоя исцеляющая сила начнет действовать, исправлять эту ситуацию, давать надежду и веру, упование на Тебя во всех обстоятельствах жизни, какие бы они ни были. Во имя Иисуса Христа, Отец. И мы благодарим Тебя и славим. И весь народ скажет